Хандыге состоялся первый районный бал молодежи, где выбрали лучших из лучших по итогам 2016 года. Более 70 молодых людей из числа учащихся школ, студентов и работающей молодежи получили заслуженные награды. Подробнее смотрите в следующем сюжете. В Хандыге состоялся первый районный бал молодежи, где были выбраны лучшие из лучших по итогам 2016 года. Более 70 молодых людей из числа учащихся школ, студентов и работающей молодежи получили заслуженные награды. С наступившим 2017 годом, объявленным в республике годом молодежи, поздравил глава района Георгий Герасимов. Торжественный момент – передача символа года молодежи в республике Саха-Якутия. Поддержать своих представителей пришли и главы поселений, которые отметили активистов молодежного движения. Наших чемпионов, как Фролкин Сергей, который славится не только в республике Саха-Якутия, но и по всей России. По стопам Сергея идет его брат Игорь Фролкин. Сегодня тоже на бале молодежи его отметили как чемпион республики. Кульминацией празднества стало объявление номинантов года в областях социально-культурной, спортивной и молодежной политики. Церемония сопровождалась творческими номерами представителей молодежных слегов района. Мечта одна. 2017 год, игры в Анчары. Попасть туда, хорошо показать себя, показать свой луз. Под занавес вечера к широкой публике вышел Дед Мороз, который выбрал обладателей счастливых номеров. Ими стали Игорь Фролгин из села Кискел и Оксана Шарова из Хандыги. Также по специальным номерам были выбраны король и королева бала. Новоявленным королю и королеве молодежного бала, воспитателю детского сада кискельчана из села Кискел Кристине Даргоновой и лидеру хандыгской молодежной администрации Николаю Халанникову вручили памятные ленты и подарки. Мария Винокурова, НВК Саха, Хандыга.